как официально заявлялось, в предыдущий раз ярмарку не проводили и вообще перенесли ее на парковку возле магазина «Лента», потому что были какие-то жалобы от местных жителей на шум. И еще жаловались автомобилисты, что не могут ехать. Здравствуйте. Я снимаю видеоролик о ярмарке. Скажите, пожалуйста, вам здесь нравится ярмарка? Нам надо, чтобы здесь была ярмарка. А на «Ленте» чем плохо? Потому что там ни места нету, машин очень мало. И неудобно подъезжать туда. Там остановки нету рядом. И остановки трамвайной. И трамвайной, и маршрутка очень далеко отсюда, от «Ленты» до гаража. Здесь рядом с домом нам удобно. И там машин нету ни с картошкой, ни с капустой, с овощами вообще никаких машин нету. Вот сколько раз была, там единственное, маленькие машины там картошку привозят. А вы здесь живете? Да, мы здесь живем. Спасибо. Скажите, где лучше ярмарку проводить, здесь или на магазине «Ленты»? Здесь, конечно. А вы там были на «Ленте»? Бываю, очень хорошо. Удобство, от души там удобство. Здесь, короче, хочу сказать, было хорошо, стало бардак. Машины приезжают, места не находят, получается шум, и люди начинают жаловаться. Одна машина, одно место должно быть. Они начали куму, свату, брату, соседу всем занимают, и меня картошкой нету места. То есть вам просто не достается места, и вы потом не начинаете... Не только меня, и многим людям, которые своим товарами сельскохозяйственной продукции приезжают, места не достается. Отодвигаю. Машина уедет, потом опять ставлю, вот так мучаюсь. Красиво. Хватит брехать. Пожалуйста, организуйте. Здесь, чтобы был организатор. Я понял. А я видео выложу и скажем, чтобы организаторы здесь лучше старались. Эти места оплачиваются или нет? Нет, бесплатно, дай бог им здоровья. Это администрация. Вот этот главный, который делает, вот это Кировского района, наверное, есть. Дай бог им здоровья, бесплатно такой проспект перекрывается. Да. За это мы просто единственный, надо маленький организатор, чтобы кому-то указал, что вот так ты не стой, а стой хорошо. Я понял. Вот это причина, больше никакой. А так мы довольны, люди обалденные приходят, покупают, все красиво. И здесь покупателей больше, чем на «Ленте»? Да. Да. Потому что на «Ленте» в основном внутри покупают, но есть, которые интересуются. Они тачку взяли в «Ленте», начинают катать, пришли, тачку все закинули, машины перекинули, тачку на месте поставили. Удобство там лучше, 100 раз. Ну, здесь больше покупателей, больше народ и хороший. На «Ленте» мало людей. Торговля плохая на «Ленте», поэтому. Спасибо. Ну, скажем так, Кировский более приемлемый и нормальный. Тут, во-первых, много людей. Хороший микрорайон. Проходимость больше людей. Не каждый поедет на «Ленту» эту. А жалобы какие-то тут есть? То есть вот я слышал, продавцы должны занимать места заранее, что потом они, если придут, они не займут место. То есть с ночи занимают. А потом шум от них, и соседи жалуются. Знала бы? Я не знал. Ты что ты? Приходи сюда часов 12, час ночи, драки происходят. Ты что? А я приду. А из администрации есть кто-нибудь вообще здесь на ярмарке? Конечно. Чтобы сказал, становись здесь, там, разметил как-то. А места вообще хватает на всех? Или тут есть такие, которым не хватило? А, то есть... Если в 11 часов просыпаться, то, естественно, не хватит. Ага. А если с утреца пораньше приехал, ну, где-то останешься. Здравствуйте. Я снимаю видеоролик о ярмарке. Вы мне можете сказать, где лучше, здесь или на «Ленте»? Здесь, конечно. А чем здесь лучше? Ну, во-первых, люди привыкли здесь. Там, может быть, со временем и будет неплохо. Но туда люди плохо едут. Не пойдут туда люди. Вот, видите, покупатели наши делают, сюда. А вы где живете? Я здесь рядом. И вам здесь, конечно же, удобнее. Очень удобно. А вы бы хотели, чтобы здесь чаще происходила ярмарка? Ну, естественно. Я не знаю, в позапрошлом году так вообще каждый,
каждую субботу было. А вот... было хорошо и удобно. Так, Юля, хорошо, и нам было удобно, и покупать. А мне здесь говорили, что якобы приезжают с вечера продавцы, занимают места, дерутся здесь, шумят. Ну, неправда, что дерутся, такого нет. Если бы часто снова, как было раньше, каждую неделю, или хотя бы два раза в месяц была ярмарка, никто бы не дрался, приезжали бы спокойно утром, занимали место, и все было бы нормально. Это просто там один или два раза было такое, что перед праздниками ажиотаж. А так нет. Спасибо. Пожалуйста. Я снимаю видеоролик о ярмарке. Скажите, где лучше, здесь или на ленте? Вы знаете, это индивидуально. Да? Особенности там свои и здесь. Там и там хорошо. Там больше, большая площадь, поэтому меньше проблем с занятием мест. К Кировскому привыкли в течение многих лет, то есть там как бы новое место, поэтому более проблематично с этим. Но все равно люди там находят, они с Кировского туда едут. А вот по количеству покупателей, по выручке вы можете оценить? Одинаково. А вы мне можете рассказать, где лучше, на Кировском или на ленте? Конечно, Кировском все говорят. Ну, лучше уходить, спросите. Расскажите тогда. На Кировском, лучше всего. Почему? Все хотят, потому что транспорт, смотрите, раз, два, а там десятка, под мостом где-то, троллейбус это, далеко идти очень, нет. Только здесь, ни в коем случае. Все, даже продавцы, не только покупатели. А я слышал, что были какие-то жалобы на то, что продавцы шумят. От кого? Ну, как бы они тут с вечера занимают места, конфликтуют, и кто-то жаловался. Никто не конфликтует. А другие люди наоборот говорят, нам туда неудобно ездить, здесь ближе. Нам да удобнее. Все это говорят. Нам удобнее. Вот, пожалуйста, у людей спросите, у покупателей спросите. Да, и тут народ же привык, ну, да. Только один. Здесь людям ближе ходить. Жалуются одни, вот эти вот владельцы вот этого кафе там или что. А что мне нравится? Ну, то, что, ну как, место занимаем, негде припарковаться людям и его, ихним посетителям. Так вы ж в 3 часа заканчиваете. И все. Ну, тем не менее, мы-то с вечера занимаем места. И надо здесь делать. Я тут близко живу. А я представляю, как вам на коляске еще добираться. Вот это вообще кошмар. Это место насиженное. Люди все знают. И люди знают, и да. Как бы... Но может тут есть какие-то неудобства? Нет, хорошо. Все. Кто-то жаловался. Да. Я снимаю видеоролик о ярмарке. Скажите, пожалуйста, где лучше, здесь или на парковке ленты? Здесь. Почему? Всем нравится, всем удобно. Ну вот кто-то жаловался, например, эту ярмарку переносили на ленту. Ну да, желательно здесь, чтобы. Здесь? А чем здесь лучше? Людей больше. А вот я слышал, жалобы какие-то были, что место занять трудно. А везде на ярмарке место трудно занять. А там места много и там проще. Ничего не важно. Нет, то же самое. Ну там людей меньше. Там меньше участников ярмарки, продавцов в смысле? Нет, меньше клиентов. Здравствуйте. Я снимаю видеоролик о ярмарке. Скажите, пожалуйста, где лучше проводить ярмарку, здесь или на парковке ленты? Нет, конечно, здесь. Однозначно. А чем здесь лучше? Во-первых, для потребителей. Здесь люди, у них нету здесь рядом, никаких лент рядом нету, никаких супермаркетов нет. Им удобно, что мы здесь стоим, вышли, купили. Для нас, для торговцев, у нас людей здесь очень много, а там нет никого. Приезжать просто раскручивать ленту, чтобы туда на ленту ездили. Ну вот я слышал такие жалобы, что нужно с вечера занимать места, и что как, здесь? Кто как занимает, и это проблемы, да. Кто-то там еще конфликтует. Да, но это надо, чтобы это организация была. А вообще никто здесь не находится, когда вы нет. Начинаете? То есть приезжают сюда с вечера? Когда утром есть, а с вечера нет. Здесь или на ленте, я имею в виду? Везде хорошо. Спасибо. Здесь по-своему, там по-своему. Скажите, где лучше, здесь или на парковке ленты? Вот здесь получше, конечно.
А чем здесь лучше? Людей больше. Люди больше, жителей идут больше. А там никого нет, никто не покупает? Ну, там людям труднее добраться. Здравствуйте. Bonjour. А скажите, пожалуйста, я снимаю видеоролик о ярмарке. Скажите, пожалуйста, где лучше, здесь или на ленте? Лучше, но у нас на Западном. Великолепная ярмарка была, прекрасная. Там сделал наш глава администрации Свистунов Олег Викторович. Вот такая ярмарка была. А на коммунистическом, да, на Западном? Да, это Западный. А почему вы сюда приехали? А потому что там нет. А на ленту вы бы поехали? А я не была никогда. Я понял. Всего доброго. Если вы имеете в виду, где лучше? Здесь или на ленте? Нет, конечно, здесь. Ну, вы здесь живете, вам понятно, нет, что лучше здесь. А один где вы живете? Один транспорт. Я живу на Военведе. То есть вы с Военведа приехали на Кировский специально? А потому что у нас там нет ярмарки. А если бы она происходила на ленте, вы бы приехали? Я на ленте была. Очень неудобно далеко добираться. А товар какой там? Нет, продавцов много, но отдаленность большая. Я понял. А здесь, посмотрите, сколько людей, и все они, кто с детьми, кто просто рядом живет. Здесь для всех это удобно. Кто там живет, им, может быть, и удобно. А со всего города туда ездить транспортом неудобно.